России по пляжному волейболу сезона 2017 года здесь, в Анапе. И по традиции для начала представим сурийскую бригаду, которая будет работать на этом матче. Прошу любить и жаловать, встречайте, ваш судья на вышке, арбитр международной категории Роман Алексеев, Московского. Второй судья матча Юрий Дубленко, город Сочи. Представляем состав играющей команды и начнем. И начнем с объединенного дуэта двух городов. Московская область и Новосибирск. Встречайте. Под первым номером представитель волейбольного клуба «Олимпик Мособласть» Дмитрий Василевский. Его партнер по команде представляет волейбольный клуб «Сибирь Воля» и город Новосибирск Владислав Жилова. Их соперники представляют волейбольный клуб «Реутов» Московская область. Встречайте, под номером один, Антон Ярмишенко. И под номером два, Петр Королев. Итак, друзья, еще раз отмечу, что это заключительная игра этапа квалификации. После этой игры определятся все команды, которые примут участие в основном раунде этапа чемпионата России Витязева в Анапе, как вам будет удобнее. Ну и, собственно, все готово к началу первой партии этого матча. На подаче Дмитрий Василевский. Поехали! Петр Королев, друзья, первое очко в своей команде приносит по ходу первой партии. 1-0. Волейбольный клуб «Реутов». Красиво, друзья, и вновь Петр Королев на острие атаки. 2-1. Остановлена игра, дорогие друзья. Показывают судьи, что это очко достается дуэту Василевский-Жилова. 2-2. Первая смена сторон на центральном корте состоится при счете 4-3. Антон Ярмишенко и Петр Королев. Впереди. Плюс один. Дмитрий Василевский, друзья, приносит своему дуэту четвертое очко в первой партии. Равенство 4-4. Ну что ж, а вот теперь вперед врывается с минимальным преимуществом 5-4.
дуэт Дмитрий Василевский, Владислав Жулова, которые сегодня уже играли одну игру. Рано утром здесь что? И, собственно, одержали победу и вышли в этот матч. И показывают судьи, что небольшой, но все же аут. 5 очко в пользу дуэта Ярмишенков-Королев. 5-5. И вот небольшой, но аут. Плюс один. Василевский. Жулова. За путевку в основной раунд этапа чемпионата России в Анапе. Петра Королева в этом эпизоде 7-10. Близится экватор первой партии. 3 очка преимущества дуэта Василевский Жулова. Безупречно действует Дмитрий Василевский, волейбольный клуб «Олимпик», Московская область. Одно очко остается разыграть спортсменам до того, как уйдут они на технический тайм-аут. Плюс 4. Василевский, Жлоба. Команда отправляется при счете 9-12.
То, что счет первой партии сравнивается 13-13. Догоняют своих соперников представители волейбольного клуба «Вилта». Воробов. Начнутся игры основного раунда этапа чемпионата России по пляжному волейболу сезон 2017 года. Ну и, собственно, как я уже не раз говорил, вся элита российского пляжного волейбола, игроки сборной России, участники Олимпийских игр, участники-победители этапов мирового тура, все выйдут на песок центра «Волейград», чтобы продемонстрировать свое мастерство в рамках этапа чемпионата России. Все это мы увидим с вами своими глазами. Но это будет завтра основной раунд. Пока окончание квалификации.
счет. По ходу первой партии матча догоняют своих соперников Василевский и Жилова 17-17. Дмитрий Василевский на подаче. Ну что ж, вырывается вперед, дорогие друзья, волейболисты, представляющие Мособласть и Новосибирск. Смена сторон при счете 18-17. Пользу говорят от Дмитрия Василевского и Владислава Жиловой, плюс один. А вот и собственно плюс 2, уважаемые любители пляжного волейбола, концовки первой партии, плюс 2, Василевский, Жилова. Но тем не менее счет становится 20-18. И это два сет-пола. Жилова, Василевский. Первый сет-пол отыгран. Первый сет-пол отыгран, дорогие друзья. И у волейболистов Мособласти Новосибирска есть еще один сетбол номер 2. Еще играют девушки. Давайте об этом не забывать. Там, собственно, да, прямо сейчас, в эти секунды. Так что много интересных событий происходит у нас сразу на нескольких кортах центра Болеград.
Ну а завтра с 10 часов утра основная сетка. Этапа чемпионата России по пляжному волейболу в Анапе. Вся элита российского пляжного волейбола, наши сборники, будут также выходить на песок. Это будет невероятно интересно. Так что этап в любом случае невероятный. Ну что ж, близится к концу, я полагаю, перерыв, и совсем скоро начнется вторая партия. Небольшой минутный перерыв, после чего вторая партия возобновится.
продолжается, дорогие друзья, это упорнейшая борьба в этом матче за путевку в основной раунд. 4-4 по ходу второй партии. Заключительного матча за путевку в основной раунд соревнований. Владислав Злоба отправляется на поддачу. Сразу на нескольких кортах пойдет игра, но мы по традиции, естественно, максимально будем освещать дела, происходящие на корте центральном, но и не забывать про корты по соседству. Так что, по сути, в течение всего завтрашнего игрового дня, уважаемые любители бичволя, вы можете прийти на этот уютнейший стадион в Волейграде и понаблюдать за играми мирового уровня. Завершается тайм-аут. 10-8. Дмитрий Василевский и Владислав Злоба. Впереди.
29. Команда отправляется на технический тайм-аут по ходу второй партии матча. Дальше.
Ритма достигает трех набранных очков. Очень технично играем в этом сезоне второй номер коллектива. Владислав Жлоба, представляющий волейбольный клуб «Сибирь», более город Новосибирск. 18-15, друзья, плюс 3, решающее мгновение партии. Смотрим. Естественно, не опускают рук, просто королев подводят решение, сражаться в этом матче 16-18. 19 очко в пользу дуэта Василевский Жлоба. Ну что ж, с первого же матчбола мы сделали известный Владислав Жлоба и выходят в основную часть этапа чемпионата России. Огромное спасибо за эту игру Антону Ермешенкову и Петру Королеву. Но тем не менее, к сожалению, ребята завершают выступление на турнире. Ну а Дмитрия Василевского и Владислава Жлобу еще раз с победой и выходом в основной раунд соревнований. Ну что ж, дорогие друзья, уважаемые любители пляжного волейбола, на этом сегодняшний игровой день завершен. Еще раз напоминаю, что завтра стартует основной раунд соревнований, начиная с 10 часов утра сразу на нескольких кортах. Поэтому только на сегодня. Всем спасибо, все свободны. Пока, до завтра. Тебя пора.